Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку, которая проходит в эти дни в Ульяновском педагогическом университете, подходит к логическому завершению. Новые вершины знаний французского покоряли почти 200 участников из 49 регионов страны, победители региональных олимпиад. Проведение мероприятия всероссийского уровня в Ульяновске стало возможным благодаря сотрудничеству вуза с посольством Франции. Соглашение о сотрудничестве было подписано в 2010 году. Спустя 8 лет документ продлили еще на 5 лет. Руководство УЛГПУ его лично вручило атташе по сотрудничеству в области образования посольства Франции в России Клодин Макник. Мы очень рады вот этому сотрудничеству и уверены, что сотрудничество будет более эффективным дальше, продолжаться это развиваться. С Францией наш регион связывают не только отношения в образовательной среде. Французский бизнес уже несколько лет успешно реализует свои проекты на нашей территории. Дружба длится уже давно, и это отражается и на нашем торговом обороте. Мы видим, что за последний год он более чем на 15% возрос. У нас в регионе реализуются такие проекты, как сеть «Декатлон», сеть «Леруа Мерлен». И наш главный экономический проект, который Французская Республика в лице своего бизнеса реализовала здесь, на нашей территории, это компания «Легран». Представители французского посольства планируют посетить город на Волге уже в конце мая. Ульяновск же плодотворно готовится к визиту во Францию. Он состоится в конце июня. Во Францию, кстати, смогут поехать и победители олимпиады. Путевку лучшему школьнику вручит сама Клодин Макник уже сегодня. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости «Ульяновской правды».